Всем привет! Сегодня у нас эксклюзивный репортаж. Мы приехали на винодельню. Здесь выращивают виноград и делают греческое вино. Дуфакнес. Блин, честно говоря, не помню, как точно называется. Сейчас мы дойдем. Запарковались вон там вот. Здесь уже продают вино. Сейчас мы дойдем еще до туда, и я вам точнее скажу название. Вот, здесь такой прям маленький-маленький городок греческий, очень прикольный, аутентичный. Вот. Тут, правда, очень узкие улочки. Короче говоря, сейчас пойдем. У нас будет экскурсия. Вообще, я бронировал экскурсию, и мы даже посмотрим виноградники. Смотрите, как здесь растет гранат. Он прям спелый. А можно срывать? Интересно, можно попробовать чуть-чуть? Капец, он сладкий. Ну это же ничего дерево. Очень сладкий гранат вообще. Давай потом на обратном пути один открутим. Классный. Так, винодельная, в общем, это Дуфакнес. Она находится в такой небольшой деревушке. Кажется, что... В принципе, вся деревушка заживет за счет этой винодельни, потому что она очень крутая, реально, и у них настолько крутые вина, что они поставляются там по всему миру, в Европу, в Америку, в Нью-Йорке продают и так далее. У них очень крутые вина. Здесь вот такие маленькие улочки, и вот на всяких этих машинах стоят эти такие ящики, и это с виноградом, либо с вином, и поэтому очень-очень прям много где пахнет здесь вином. Прям реально вином таким, прикольно, очень вкусно. Здесь еще и оливковое делают, если сейчас получится, я покажу там оливковые деревья. Такие вот узенькие улочки, очень красивые, симпатичные. Смотрите, какой необычный кактус, с какими-то плодами. Вот, эти плоды женщина резала, и они их кушают. Да, их вроде как кушать можно. Вот. Такой пейзаж. Смотрите, ребята, сейчас покажу, как растет лайм. Вот оно дерево, и на нем растет лайм. А сейчас я покажу вам, как растут оливки. Вот на таких деревьях. Вот они, оливочки. Маленькие оливочки. Вот так вот отсюда поставляют по всему миру вино, оливки, лайм, гранаты. Как тут пахнет вином. Причем таким, который только-только начинает, да? Угу. So, because the Fakis belongs to a family, his father and his grandfather have been producing wine over there in that old building by the traditional way, you know, by stamping the grapes by foot. Then Nikos Dulfakis went to Italy, in Alba, in the region of Piemonte, where he studied enology in a very good school, and he came back as he wanted to remain to the Daphnes village, to modernize the winery, bring new equipment, something that he managed to do. At the moment, we are at the harvest period. There is a cylinder turns over, and at the bottom we have the grapes, just the grapes, and behind the stems. Thank you. The machines are exactly the same. One we use for the white grapes and the other for the red. We are standing on two huge cement tanks of 10 tons each one. 10 tons here, 10 tons there. They are full of red wine, of red juice. Red juice in order to be red wine. Okay. And around you can see inox tanks that we also use for the fermentation of red wine. Do you know how we get the red color in red wine? Maybe it's grape?
Because of grapes? The juice of the grapes, of the red grapes, is uncolored, the juice. Ah. All the color is only on the skin. The skin has the color. Inside, the red grapes is uncolored, without color. So for that purpose, after we have separated the red grapes from the stems, we take the red grapes with the skins and put in that two huge islands, right? Be careful. Okay. And we put them here, one variety per inox tank, and mix them for 4-5 days, mix them, in order to have the extraction of the color from the skin to the juice. And we check the color, we see the color. From here, we can have some quantity, small quantity on a glass, to see what is the color. And when we get the color we need, we stop mixing. Take this juice with the skins and put in that machine. This machine is called press machine. It press the juice with the skins and we have just the clear juice. Clear red juice in order to continue with the fermentation of it. On the other hand, when we have white grapes, immediately after the harvest, we put the grapes outside in order to separate the grapes from the stem, and we put immediately white grapes here, press them, have the clear white juice, continue with the fermentation. So for the red wine, for in order to have red wine first outside and mix, for the white immediately here, juice, continue with the fermentation. And there is one more case, the case of rosé. Can you imagine what we are doing? I don't know. Maybe it's like something mix. No, mix. The same with the red, but outside the mix lasts just for some hours, no days, 4-5 hours to get the light pink color. Okay. Again here, press, have the clear rosé juice, continue the fermentation. Here you can see inox tanks that we use either for white or for red juice. All the grapes we use in order to produce our wines are cultivated here, in Daphnes region and in villages around Daphnes. We cultivate a lot of local Cretan varieties such as Vidianos, Villana, Red Liatico, Kotsifali, White, Malvasia, Ticanti, Aromatica, and a lot of international varieties, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese. All of them are cultivated here in Daphnes, okay? Let's have a look at the others as well. Something different is happening here. In the first room, we had red wine. Here we have white. That's why you feel difference in the temperature, difference in the smell, okay? In each inox tank, we store only one variety. Here only Villana, there only Vidianos, there only Chardonnay. One variety. Even if we produce wines that are mixed blend of two or three different varieties, we don't mix different varieties in the inox tanks. We mix different varieties just before putting the bottle, before the bottling, okay? That's why we have a lot of inox tanks of different sizes in order to see what is the quantity of a variety to choose in which tank we are going to store each variety. Okay. Moreover, all these inox tanks, including the two huge we saw outside, the huge outside, have double walls. And between the double walls, we recycle cold water in order to keep the temperature in the right levels. We don't want the temperature to be more than 25 degrees Celsius for the red wine. That's why in the first room we feel room temperature. On the white, for the white, we don't want the temperature to be more than 17.5 degrees Celsius. Less. That's why here is colder. Okay, so by recycling cold water, we keep the temperature in the right levels. Это, короче, здесь вода холодная, чтобы сохранять температуру нужно. Видишь, типа, вот здесь делается белый виноград. А там красный. Здесь белый, белый, ему нужно температуру холоднее. Нет, наоборот, прохладнее. Холодно? Чувствуешь, там прохладнее? Да. О, это бутылки уже разливают. Here is the embottling machine. The machine which embottles the wine, okay? Automatic machine from Italy. Only two people are needed in order to use. The person standing over here. Put the bottles.
The other at the end, you know, mm-hmm. you take the bottle with the wine, everything, the labels, mm-hmm. and put them in the boxes. Here, even if we use new bottles, mm-hmm. not recycled bottles, mm-hmm. new bottles, we wash them with water, just water. Mm-hmm. We clean the bottles with water and we dry them. Mm-hmm. Mm-hmm. Here, it's a double pump. Mm-hmm. One takes off the oxygen from mm-hmm. the bottles, and the other fills in the bottles with nitrogen. Mm-hmm. We don't want oxygen because it oxidizes the wine, mm-hmm. but nitrogen does not harm the wine if it is in contact. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Here is another pump which fills in the bottles with wine. Mm-hmm. Then there's another pump which balances the level of the wine to get the same mm-hmm. level in all bottles. Mm-hmm. Same level, not bad in the bottle. And the other, we close the bottle with cork. Mm-hmm. We use natural cork and bottle from Portugal. Mm-hmm. Moreover, this machine can close the bottle with screw cap mm-hmm. if we would like to. We use screw cap mm-hmm. for small bottles, for aeroplanes, for hotels, etc. Mm-hmm. At the second part of this machine, the labeling takes place. Mm-hmm. Labels, capsules, and then a person stands over there, takes the bottles, put them in the boxes with pallets and around the world. Mm-hmm. Okay. Yeah. We produce approximately 350,000 bottles per year, mm-hmm. 30% of which are exported to many countries of Europe, in New York, in Japan, in China, in Australia. Here you can see more olive trees. Mm-hmm. From the other side there are the vineyards. Mm-hmm. Okay. All of these olive trees? Yes. Yes. Oh, most of them are olive trees. And you also made some olives oil? Yes. Oh. And can we also buy it here? We have, but we don't sell ours. Ah. We sell of another region of Crete, mm-hmm. which has been awarded. Mm-hmm. I will let you know, okay? Okay. Here is our wine tasting room. Mm-hmm. Here are all our bottles. Mm-hmm. Our labels. Mm-hmm. Okay. So medium sweet are mm-hmm. here, medium sweet white, medium sweet red, and the sweet one. Mm-hmm. But also this is very nice. It has a lot of mm-hmm. fruity aromas. Mm-hmm. Yeah. It gives you the sense it's medium sweet, although it's dry. Mm-hmm. Yeah, this three. And can we take this? This and yeah. one more. You can. It's up to you. Очень сладкий виноград. Реально очень вкусный виноград. Especially of citrus, mm-hmm. a very very aromatic one. Although it's dry wine, it gives you the sense it's medium sweet. Mm-hmm. Even the design of the bottle is special. As we said, it's the only one we change the way we close the bottle. We close it with screw cap mm-hmm. from this year and on. And you can combine it with fish mm-hmm. in order to eat, mm-hmm. tasting here and here mm. with fish, mm-hmm. okay? Mm-hmm. Yeah. And you are going to feel a lot of fruity aromas. I hope you like it. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Понюхать. Тебе понравится точно. Сейчас расскажем, как правильно пробовать вино. Вот нам дали здесь книжечку, так как это тоже наш первый раз. Значит, сначала вы смотрите на вино. Леша, вот это тебе очень понравилось. Дальше немножечко качаете его, нюхаете, пробуете, опять качаете и дальше сплевываете. Здесь стоит специальная вот такая штука. Вы можете либо сплюнуть, либо вылить. Ну, либо вылить, если вы очень сильны и можете пить много. Вот, поэтому если будете тестировать это вино, вы теперь знаете, как это делать. Потому что Оля не могла выпить уже вторую, старалась. Фруктами или орехами и китайской кухней. Сегодня возьму фруктов и выпью этого вина на балкончике. Обалдеть, он пахнет вообще. Блин, короче, вот этот виноград, вот это вино просто обалденно пахнет. Оно прям, короче, это сложно объяснить. Выдержка 11 лет. Так, ребята, мы на винодельне Долуфакнс. Вот. Прям супер крутое место, в общем, рекомендую сюда сходить. Можете попробовать здесь вино затестировать, посмотреть, вам сделают экскурсию, как изготавливают здесь вино. Очень приветливые, доброжелательные люди, так что приходите, тестируйте, вот, покупайте вино, очень недорого. Немного жалко, мы не попали на панораму.
здесь винодельни, есть такая экскурсия, ну, вернее, кроме самой экскурсии, можно сходить на панораму, называется так. Это где где сами виноградники, то есть можно посмотреть прям виноградники, вот. Но нам сказали, что сейчас самый сезон работы и просто-напросто, ну, не могут сейчас сводить, некогда, в общем. Ну, и нас реально двое всего было, в общем, вот. Ну, жалко, что не попали, но так все равно очень классно. В общем, рекомендую съездить сюда, здесь реально прикольно. Мы взяли целую коробку вина и масла. Ребята, ребята, я нашел виноградники. Кажется, вот эта панорама. Сейчас я вам ее покажу. Получается, пушистые это оливки, а зелененькие такие это виноград, правильно? Мы сейчас шли по деревне, и там было и гранатовое дерево, которое я вам показывал. Мы смотрели на гранат, восторгались, и там дядечка один увидел такое, и нам показывает, типа, сорвите, сорвите. В общем, мы сорвали гранат. Вот, прикольно. Они такие уже натреснутые, уже спелые, он очень сладкий. Прикольно. Это такая небольшая деревушка, здесь можно прогуляться. Здесь вот исконно такое греческое все. Очень колоритно, очень классно. Тут достаточно доброжелательные люди. В общем, прям прикольно съездили, круто. И вот она, коробочка, которую мы купили. Полная коробка вина. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Это помогает мне искать новые, более крутые места. Кстати, это место нашла Оля, так что спасибо ей, скажите. Вот, помогает мне развивать канал, если вам интересно смотреть. Всем спасибо, пока!